Химках отметили Всемирный день без автомобиля. Ежегодно в сентябре во всем мире неравнодушные к экологии на день оставляют машины дома и пересаживаются на велосипеды и самокаты. Сегодня мы все жители должны отказаться от автомобилей и провести день либо ходить пешком, либо ездить на велосипедах, самокатах. То есть мы все за экологию. В честь дня без автомобиля в округе провели символический заезд. В нем приняли участие жители, спортсмены и представители администрации. Стартовали от театра «Наш дом», совершив два круга вокруг площади. По окончанию акции выдали призы самым ярким и активным велосипедистам. Что у вас за костюм? Ой, ну это такой костюм разнообразный, его как только не называют. И пуфик, и фьек, и пушистик, по-разному. Он просто яркий, и в такую осень прям самое то. Проехались мы очень здорово, несмотря на то, что я ехала на самокате, я прямо не отставала от велосипедистов. А костюм не мешал? Нет, совсем не мешал, он наоборот немножечко согревал и придавал настроение. Приз получила и 10-летняя Настя Матюшкина. На велосипед села 3 года назад, но сегодня выбрала самокат. У меня костюм пиратки, разбойницы, веселый, добрый, которая любит участвовать в каких-то спортивных мероприятиях. Активный образ жизни и забота о здоровье планеты. В экологической акции приняли участие около 100 человек.